Хочу показать вот такую картину. Это венецианская штукатурка с добавлением жемчуга. Тут жемчуг. Его плохо видно на камере. И с добавлением золота. Это настоящие нитки. Картина называется «Две полоски». И предназначается она для тех людей, кто мечтает иметь сына красивого и умного. Прилагается к этой картине бутылка, любая из этих. Вообще, изначально должна была вот эта, но она не законченная. Здесь еще идет работа. Вот, но можно выбрать и другую. Такая вот получается композиция. Рамочку сюда можно заказать любую на заказ, в зависимости от того, какая у вас мебель, какой интерьер. Покажите фотографию, и я подберу. Вот я немножко хочу приблизить, чтобы было видно, как проходила работа. Ее можно мыть, вытирать пыль, она не будет трескаться, не будет портиться. Можно сказать, вечный продукт.